Всем добрый день. Мы собрались на речку. За нами пришли Александр, Кирилл, Саша, там, да, или кто, Ян? Так, держи пакет. На тапочки вместе надену. Пойдем на речку. Да, привет. Здрасте. Там еще замок сына. А чё? Муж не это. Работает. А мы идем дружной компанией на речку купаться. Да, Саша едет. Но с нами. Вперед не уехал. Вода. Вместе веселее, да? Ну. Шел, шел, пятачок, видит бутылка. И не пить, не кать будешь. Выпил он эту бутылку. Идет. Ик-ик-ик-ик. Идет дальше. Видит вторая бутылка. В тапочках идем. Да, в тапочках. Идет, есть еще одна бутылка. Не пить, кукать будешь. Вперед. Ик-кук-ик-кук-ик-кук. Видит, третья бутылка стоит. Не пить, петь будешь. Идет, ик-кук, ля-ля-ля. Идет, идет. Видит, четвертая бутылка. Не пить, молиться будешь. Выпила она уже, ее домой. Выходит к двери. И мама спрашивает, кто? И пятачок, и пух ты, ля-ля, у Пашечки, спаси меня. А, да. Заборчик офигенный, красивый. Давай его издалека увидим. И здание красивое. Это богачи. Богачи, миллиардеры. Ну вот, видите, дом какой-то. Да. Если бы он был, то он бы наш был. Вот сама остановка автобусная. Пойдемте перейдем. Пойдем перейдем сюда. Толпа увеличилась, да, походу? Это не наша. Это... Мы дошли до какой-то лужи, и нам нужно перебраться через нее. Сейчас будем перебираться. Ох, как тут красиво. Так тут тоже можно купаться. Здесь сразу вообще было все забавно. Вот это водичка какая-то. Но она здесь кристально чистая. Так можно тут купаться? Ну здесь, не здесь, а вот дальше. Это болото? Вот дальше. Это, а вот это вот. Ну да. Йон, сделай, пожалуйста, мне. Они вылетели. А, у вас так же, как у меня. Вы покупаете резиновые без этих? Они нормально вот такие. Цельная резина. Зато... Да не надо. Ну иди дальше. Ой, какая красота. И вот Кирилка. Вот у нас человек. Вот какое болото здесь. Противное. Вот лужа, вон там болото. Вон там болото. Ну, здесь рыба водится. Вот здесь нормально рыба водится. Вот здесь нормально рыба водится. Чё ты? Давай еще один. Ой, Камазов, давай. Смотри. Блин, надо большой вот такой сын. Вау. Давай еще один. Смотрите. Ой, какое болото. Я сейчас камни по воде плавать буду. Смотрите. Смотрите. Кирилл нашел улитку. Реально? Камень. Да. Она выползет? Она боится. Понюхайте, вкусно пахнет. Угу. Вот это вот особенно открытый, вкусно пахнет. Да, сладко пахнет. Такая красота тут. Идем? Идем. Комары заели просто. Просто заели комары. О, шиповник, а цветочки где?
уже отцвели, наверное. Блин, у него прям вот. Посмотри. Любишь шиповник? Нет, я шиповник люблю, но цветы у него шампунем пахнут, знаете? Да, чайная роза тут красивая. Где? Ну, вон там. Не чайная, а шиповник цветет. Смотрите, как красиво получается. А вот и речка начинается. А нам туда и потом. Там вода стоячая. О, ну круг кого-то стыдно. Только посмотрите, здесь целая поляна облепихи. Сюда придем, будем собирать. Вон сколько. Тут это все-все-все облепиха. Целая поляна. Все поле облепиха усыпано. Да, и там шиповник об... также. Там облепиха. Поле там, шиповника. Там облепиха. Так. Ну все, мы возвращаемся домой, накупались. Смотри, какое перо. Воронье, наверное. Смотри, оно переливается зеленым цветом. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. И пока-пока. До новых встреч. Куча собак нам встретилась на пути. И они идут ко мне. Уходим. Да, собаки идут за мной. Я ушла от них, от собак. Они идут за нами все равно. Целая толпа. Что вам надо? Ё-моё, там еще с той стороны. Раз, два, три, четыре штуки. Ой. Мы им налили попить, а они все равно идут за нами. У нас с собой, к сожалению, ничего нету, чтобы им дать. Вот это расцветка, красота. Жарко им. На речку надо идти.